Вы видите, какой карт у нас, то есть два главных боя, реально очень таких значимых, для, не только для России, да, для любой площадки в мире. Это и мой бой, это и бой Алексея Олейника. Поэтому вот это и есть та особенность именно 10-го турнира. Ну и также бойцы, если мы берем моего соперника, то это американец. У нас еще не дрались американцы на наших турнирах, SFC. Поэтому география наших турниров ширится, и вот это и есть особенность. Я смотрела очень много боев с ним, я знаю очень много про него, я знаю, что он легенда в спорте, и я тоже хочу стать легендой. Порох по пороховницах есть, и мы в строю, мы идем дальше. И вызов, он, как всегда, у меня, знаете, у меня там не какой-нибудь списываемый боец и так далее. Молодой парень, который моложе меня там на 12 лет, по-моему, больше меня, выше меня. И я считаю, что благодаря Александру как раз, Шлеменко, здесь все движется, развивается на современный лад, и идут и турниры, и появляются новые бойцы, новые чемпионы.